Всем привет! Сегодня мы совершим вместе с вами небольшое путешествие от села Изгуты Айтыков, скалистое, до села Таргын по живописному маршруту через горы. Сразу за скалистым уходим налево. Переезжаем небольшой мостик через речку. Потом речку уже без мостика. И начинаем плавный подъем в горы. Дальше начался спуск через густой лес по давно заброшенной и никем не езженной дороге. По выезду из леса дорога стала еще круче забирать вниз. Местами оголяя скалы, которые образовались здесь под действием дождей и ветров, естественных сил природы. На определенных участках спускаться приходилось с большой осторожностью. Обратил внимание вот на такое явление. Поначалу мне показалось, что это лужа. Но потом, внимательно приглядевшись, увидел какую-то старую конструкцию из досок, а рядом бьющий из-под земли родник. Ну вот мы практически и выбрались на асфальтовое полотно. Осталось спуститься вниз по этому ущелью, и мы окажемся в деревне Таргын. Маршрут был очень живописным, запоминающимся. И я думаю, при возможности и наличии времени его можно будет повторить. С удовольствием это сделаем.